Я вспоминаю эпизод, когда Расул показал свою верность дружбе. Это было в дни одного из съездов Союза писателей. Мы собрались в номере Расула, и когда кто-то непочтительно сказал об уважаемом и любимом нами Александре Твардовском, Расул поднялся, подтянулся по-горски и сказал тоном, не терпящим возражения: «Прошу покинуть мой дом. В моем доме о моих друзьях плохо не говорят».